Всем привет, мои хорошие! Денечка, скажи всем привет. Всем привет. Молодец. В общем, я только закрыла недавно предыдущий влог, и сейчас начинаю новый влог. Мы опять с дочкой выехали, и мы поехали сейчас для того, чтобы утвердить заказ кухни, уже окончательно выбрать расцветочки столешницы, там что нам нужно, мелкие корректировки сделать и уже, собственно говоря, внести предоплату. И, в общем, будем ждать месяц, пока эта кухня изготавливается. Ну, надеемся, что вот уже скоро-скоро мы уже увидим кухню и встраиваем бытовую технику и все, что нужно. Нам еще осталось купить мойку. И сейчас мы поедем, наверное, в магазин заедем, посмотрим моечку. А тут пошел долгожданный дождик. Я вчера только говорила о том, что я бы не отказалась от дождика. Сегодня утром дождик у нас прошел, но быстро очень высох. И все, и опять духота была. Ну сейчас вот так вот немножко свежо, потому что дождик идет. Ой, да. Вот, если вы видите, да. Ну конечно пасмурно, понятное дело. Но то, что жара спала, меня это радует. Главное, чтобы, конечно, не пошел град. Вот с куриное яйцо этого не хотелось бы, даже маленького града сильно особо не хотелось бы. Вот. Ну а дождик, если вот так вот пройдет, освежит асфальт, все это освежит и нас освежит, то будет очень хорошо. Вот, в общем, не гнетет меня сейчас жара, как я жаловалась, да. Самочувствие хорошее. Поэтому мы сейчас вместе, втроем опять едем для того, чтобы поискать моечку, что-то там еще посмотреть дочка хотела. И ну, может быть, заглянем в ОСАГО, но я звонила туда, где я оформляла, там говорят, что еще ничего не изменилось. Вот РСА как не работала платформа для изменения существующего уже ОСАГО, так и пока что и не работает. Поэтому, ну, дочка хочет убедиться в этом и хочет заехать куда-то, может быть, в другое место в ОСАГО. Ну, посмотрим сейчас. Вот, ну, и пока что все. Что будет дальше, я еще не знаю. Ура! Ура! Мы заказали кухню. Юху! Блин, так сложно было с цветами на самом деле определиться. У нас перекрестный влог, и там, и сям. И тут привет маме, и тут привет моим девочкам. Всем привет. Вот. Очень сложно было выбирать, правда. И просто чтобы два раза не повторять, вы понимаете? Ну да. Ладно, с фасадами мы определились. Мы все-таки заказали тач, вот эти софт, знаете, вот эти вот мягкие-мягкие. Все-таки не удержались, хотели обычные, но поняли, что вот эти мягкие, ну прям, да пофиг, будем намывать. Но они такие приятные. Зато столешница, и еще одни там фасады, которые чуть-чуть отличаются. Очень красивый цвет, он текстурный такой будет, внутренние эти шкафчики. А вот что касается столешницы и фартук, у меня были безумные сомнения, потому что там нет просто матовой столешницы. Просто матовой столешницы. Есть глянцевая, мама сказала, глянцевая. Нет, нет, все на ней там, не знаю. Вот она говорит, нет, нет и нет. И мы начали выбирать... Однотонных вообще нет, все столешницы с какими-то рисунками, с какими-то этими. И так как мне нужно, чтобы все спокойно было внутри, вообще там один вариант, и то он такой, не пойму, не пойму, но вроде сейчас нафоткала, вроде красиво все. Я вам сюда вставлю, а вы переходите ко мне и увидите, если хотите. А вы переходите ко мне, если что. Вот, нет, девочки, на самом деле я сама просто посмотрела, пощупала я эти поверхности, и тач, и не тач, и глянцы, не глянцы. Просто я же долго живу уже, да, и я с этими разными поверхностями уже имела какие-то дела. И вот мой внутренний, вот как чутье, моя чуйка, да, вот по ощущению, именно вот, ну, помыть там все это вот по уборке, я же уже там просто мастер, да. Поэтому вот мне как-то вот душа легла все-таки сделать, выбрать этот тач, чем вот этот вот другой, который был, да. Это то, что фасад, а столешница, да. А что касается столешности, столешница, тач не нужна, а там и тач нету вообще столешницы. Но да, между глянцем и не глянцем, между белой и глянцевой я выбрала не белую, а такую прям вот текстурную чуть-чуть, да. Ну, то есть я выбрала вот, ну, как на мое ощущение, которое будет лучше и практичнее и по внешнему виду, и по уборке, и по всему остальному. То есть это как бы не просто так из пальца высосано каприз. Это уже продуманный такой шаг по цвету, да, и по текстуре.
Все. Короче, закончить они должны прямо 8 типа августа на мой день рождения. Но я говорю, это же, наверное, не точно прям, да, то есть месяц мы даем, но может быть и раньше. Говорит, да, я говорю, вот было бы классно с мамой, да, да, если нам сделать раньше моего дня рождения, и тогда можно будет реально отметить день рождения вместе с новосельем. Потому что как раз-таки новоселье я хотела делать тогда, когда я уже уберу все вещи в гардеробную. А у нас и гардеробная кухня одновременно, да, и расфасую все, то есть уже можно приглашать гостей смело и так далее, может, я уже и кроватку куплю, может, кто-то еще останется с ночевкой, короче, ну, в общем, ждем. В общем, да, да, хотелось бы, чтобы это было дню рождения сделано. Вот, ну, нам еще надо моечку тоже выбрать и подобрать, вот сейчас, может быть, поедем еще и моечку посмотрим. Я все закончила, такая все на серьезе, забыла, что ты снимаешь, вот они увидят, когда я кладу камеру, какая я. Ничего страшного, это влог. Это... Как вам нравится, девочки, дождик прошел у нас, да? Лужицы и не жарко. Клево? Клево. Кстати, кто интересовался моей машиной? Что я вам хочу сказать? Вот панель, прибор, да? Вот это у нас показывает большими, показывает мили. А маленькими показывает километры. Мили, мили. Вот, что здесь еще? Ну, в общем, ничего особенного. Это тут радио, дисковод, приемник, что там, музыка. Это у нас кондиционер, печка и все такое. Ну, вот эта вот штука, она находится посредине. Вот, а руль находится вот с левой стороны. Вот оплетку на руль надо бы обновить, она уже старенькая. Ну, я ездила, мне это как-то не парило. Вот. Ну и все, вот коробка, автомат у меня. Особо показывать нечего. Особо нечего тут показывать, девчата. Вот. В общем, подъехали мы к какому-то ОСАГО тут. Дочка побежала узнать, делают ли они вот это вот то, что нам нужно сделать, в общем. Кто-то спрашивал, какая машина. У меня машина Toyota. Toyota. Ну, она японская. Вернее, она изготовлена в Японии, она готовилась для Америки. И в Америке ее покупали, перегоняли сюда потом. Поэтому, видите, здесь все в милях. И радио тоже тут не настроено на русские волны. Его надо настраивать, но я этим не занималась. Может, дочка займется, не знаю. Девочки, мы находимся недалеко от Садовой. Зашли сюда вот перекусить, взять. Тут все дают на вынос. Нигде сейчас кафешки не работают, все закрыто. Это какая улица? В общем, это Суворова крепостной. Это крепостной, а Суворова там у нас дальше. Вот. Мы все еще пытаемся поменять нам ОСАГО. В общем, обнаружилось, что там одна ошибочка, там восьмерочка и буква В похожи. Там сделали ошибочку, но нам эту ошибочку поправят, в общем-то. Почему сегодня не поправили, я не поняла, завтра надо будет заехать к ним. Вот, но дело в том, что нам как в центральном офисе объяснили, что РСА до 15 числа, они перешли на новую платформу, и, в общем, до сих пор у них там еще сбои какие-то, в общем, не пропускают. Вот для того, чтобы внести изменения, вообще, короче говоря, по всей стране у нас такие проблемы с ОСАГО. Поэтому я так поняла, что мне с дочкой придется еще неделю, наверное, ездить вместе, кататься, в общем, дела всякие решать. Потому что я не могу сейчас полностью отдать ей машину для того, чтобы поехать домой, например, делать свои дела. Я не могу отдать ей полностью машину из-за того, что я должна сидеть рядом, так как в ОСАГО она до сих пор еще не вписана. Вот. А сейчас мы просто проголодались, берем покушать, садимся в машину, перекусим. Потом нам нужно еще заехать в магазин за продуктами. Потом, не знаю, может быть, домой, а может быть, не домой. Посмотрим. Девочки, а вообще у нас сейчас после дождика так хорошо на улице. Вот не жарко, не душно, не холодно. Прям такая температура комфортная. Вот градусов 26, мне такое ощущение. Смотрите, какие у нас тут здания, что-то строится еще. Вот пока я вырвалась в город, хоть что-нибудь вам покажу. Девочки, раз уж я тут нахожусь рядом с Садовой улицей, у нас тут есть памятник, я вам хочу сейчас его показать. И вообще-то этот перекресток, это у нас Садовая крепостной. Вот такие здания тут у нас, смотрите, вот старинное здание, старое-старое здание такое.
вот такой вот памятник здесь есть. Памятник основателям крепости святителя Дмитрия Ростовского. В общем, пока нам там делают эти бутерброды, я решила хотя бы памятник показать, пока я здесь нахожусь. Смотрите, тут такие плафоны интересные. Ой, хочется кушать, проголодалась. Сейчас нам там сделают какие-то сэндвичи, какие-то вафли, что-то такое интересное, вкусное. Сейчас в машине сядем, быстренько перекусим и поедем дальше по делам. Все, устали. Мы только пришли домой. Да, Мила рада всех видеть, да? Хозяйку кусает. Со мной тоже поздоровалась. Поздоровалась? Да. Дынечка у нас, пока там пачкался в шоколад, все, он там, его закинули уже в ванну, он уже там в ванной плескается. Так, не стали мы включать сплиты. Смотрите, сквознячок, занавесочка как стоит, а, хорошо. Вот. И вот солнышко садится уже. О, дождь опять пошел. В общем, вот такой вот закат, мои хорошие. Все, сейчас будем отдыхать. Ничего уже делать сегодня не будем. Устали. Ну, а я, что? Мне надо сейчас садиться и монтировать видео вам. Следующее. Вот, ну все, я тоже буду сейчас отдыхать. Тоже включим телевизор. И, в общем, у нас уже на сегодня никаких сил нету. А завтра нам нужно будет опять ехать в офис. Наверное, ну, сначала там договорились, созваниваемся. А может, и не надо будет завтра ехать. В общем, я думаю, что еще, может быть, и не один день, а сага придется делать. Поэтому пока что я катаюсь с дочкой на машине, помогаю ей. Сейчас в магазин заехали, в Пятерочку, две сумки продуктов набрали. Я только что их распихала. Завтра что-нибудь надо будет приготовить. Вкусненького. Ну все, мои хорошие, отдыхаю. Всем доброго вечера. До утра. Всем доброе утро, мои хорошие девочки. Я проснулась сегодня пораньше. Смонтировала уже вам видео. Уже выставила его. Уже у меня внучек проснулся, кошка проснулась. И дочка скоро встанет. 9 часов. И я сейчас решила приготовить завтрак. Что я буду готовить? Овощной рагу буду делать с мясом и с кабачками, ну, в общем, с овощами. Погода сегодня хорошая, пасмурно, не жарко, прям свежо, так хорошо, дождя нету. Так что я прямо кайфую. Сегодня спала с открытым окном, без сплита. Девочки, ну что я положу в это овощное рагу? Значит, сначала лук, морковь обжарим на растительном масле, чуть-чуть растительного масла добавлю. Немножко там 2 минуты пожарится, и потом я туда добавлю мясо, у меня свининка, мякоть. И, в общем, все это я пожарю на режиме 10 минут, режим жарко, а потом уже добавлю туда остальные овощи, добавлю водички и буду тушить. Девочки, ну вот режим жарки у меня уже заканчивается. Собственно, этот режим нужен для того, чтобы мясо закупорилось, чтобы там не было никакой пены, ничего. Вот, и все, я дальше режу вот такими примерно, ну, можно крупными кубиками нарезать кабачки. У меня 4 кабачка, болгарский перчик, пару помидорчиков. Ну, и там в конце уже можно зелень, лавровый лист, соль, перец положить. Это водички немножко налить, и пусть тушится. Вот такой рагу. Ну, вот такой овощной рагу у меня в мультиварочке получилось. Выглядит аппетитно, сейчас будем кушать. Ну что, девочки, мы поели. Все дела домашние поделали. И сейчас мы собираемся на выход. Хотим поехать в торговый центр «Горизонт» съездить. Ну и еще там по делам куда-то, куда нам надо, куда поедем. Посмотрим уже по ходу действий, да? Поехали вместе с нами. Ну что, девочки, сели мы и поехали. Всем своим семейством. Поехали, Денечка. Тоже там сидит. Ты пристегнула Денечку? Конечно, of course. Of course.
Ну все, немножечко, может, поснимаю дорогу, не буду сильно много снимать. Мы сегодня не красились, мы такие natural. Конечно. Ну да, только губки я чуть-чуть подмазала. И я тоже так вот. И усё. Ну и немного тонального крема, как бы румянца там. Ну и глазки немного позвели, а так мы natural. Да ладно, ты и так краса, красота. Молодая... Да я шучу. Молодость, она и так красивая. Просто накрасились natural. Ну что, девчата, едем мы по Минжинского. Вот сейчас подъезжаем к заводу Россельмаш. Я вам все его хотела показать, и каждый раз я забывала про это. Ой, еще один Мерседес едет, который я тоже была бы не против поиметь. Кому что? Я на машины заглядываюсь. Сзади едет Мерс, но он, по-моему, старенький. Вот, девочки, с правой стороны у нас проходная завода Россельмаш. Раньше здесь троллейбусы разворачивались, а сейчас здесь сделали автостоянку. Доска подсчета. Ну сейчас мы едем прямо, мы едем на проспект Ленина. Посмотрим проспект Ленина еще. А вот это завода управления, завода Россельмаш. Вот мы съехали с Минжинского, и вот сейчас мы уже заезжаем на проспект Ленина. В этом проспекте здесь нет ничего такого особенного, никаких памятников, ничего того. Ну, просто такая вот улица, дома жилые, зеленая улица. Очень уютный, кстати, этот район. Здесь как-то Ленусик Хэппи жила, ей очень нравился этот райончик. И я когда к ней ездила, мне тоже нравилось. Да, тут зеленушно, как-то вот Александровку напоминает. Ну да, он вроде как бы и центр, и не центр, и в общем так, полуцентр. Ну, почти центр, да, но в то же время он не такой, как вот центральные вот эти наши проспекты, да? Но он центральнее точно, чем Александровка. Ну, естественно. Да нет, это центр. Ну, я сравниваю Ворошиловский, Буденновский, Садовая. Ну, вот они вот рядом. Они рядом, но я говорю, что он не такой вот прямо, ну, как бы сказать, загруженный, да? Да, здесь вот парк так. Или что-то. Ну, это скверики. Ну, зеленая улица, да, это улица зеленая такая. Дома тут новые строят тоже, кстати. На Ленина классно жить. Тут и новые, и старые. Здесь цены не дешевые, на самом деле, на недвижимость. Я знаю. Вот, а тут улица расширяется. И вот мне нравится, когда между дорогами, между встречным движением, вот такая вот есть аллейка. Как в Александровке. Как в Александровке, да. Ну, вот хорошенькая аллейка, и тут дорога широкая, и там широкая, все прекрасно. Вот уже скоро мы подъедем к площади Ленина. Вот девушка идет в шоколадном платье. Не, вот здесь где-то было военное училище, я помню, по молодости еще. Да, вот сейчас будет. Да? Идти. Как-то оно называлось, я уже и не помню даже. Военпуч, наверное. Нет, там как-то оно... Как-то оно называлось. Я даже, когда в училище училась, у нас наши преподаватели к нам как-то на вечеринку какую-то там пригласили вот этих вот, как они, курсантов. Там мы знакомились с ними. А не в училище училась, это я когда работала в этом в аэропорту и в общежитии у нас там на какой-то праздник, то ли 8 марта. Короче, курсантов пригласили, ой, там танцульки у нас там были всякие. Танцульки. Знакомства, танцульки. Ну, танцы у нас в Красный уголок был. Там все было, как в этом, как в детском садике. Девчонки, пойдемте на танцы. Танцы. А, это называлось РАУ. РАУ. Как-то там ростовское, какое-то там училище, в общем. Потом его по-другому стали как-то называть. А вот песня еще недавно была, и я не могла понять, что за слово там девушка поет. Там плачу на рейве. На рейве.
да, какие-то танцы, типа какие-то тусычи были, говорят, девчонки. Не знаю такого слова. Ты не плакала на рейвах? А вот тут дворец культуры Росвертул. Ну, это было лицо моей дочки. Там мама была песня такая, плачу на рейве, или на рейке. Вот это? Нет, это что-то бизнес-центр. Вот синяя еще. А, ну, может быть, синяя. Ну, в принципе, это уже не суть важно, это уже сколько лет. Короче, песня такая, плачу на рейве, я плачу на рейве, ты не со мной, слезы льются на... Нет, на рейке. На рейке, опять я забыла, где она там плакала. Прекращай петь в моем влоге. А чё? А то вдруг там песня какая-нибудь, лицензия нужна будет. Такие слова даже путаю. Не знаю, мелодию скажут, украли. Нет, это не... Авторские права там. За это не переживай, можешь вставить во влог, как я тут пою. Ну ладно. Ты не со мной, слезы льются на... Забыла, и куда льются, и откуда, и почему, и куда льются слезы, забыла. Тебя камера смущает? Да, я очень стеснительная женщина, я боюсь камеры. Ехай давай, ехай. Вот, девочки, подъезжаем мы к площади Ленина, там у нас даже памятник Ленина. И поворачиваем направо. Вот тут какая-то гостиница, Амакс большая. Вот там памятник Ленина, но что-то за деревьями его не видно. Ну, не ладно, мы Ленина, что ли, не видели. Он стоит, он живее всех живых, да? Пережил всех. Вот, ну и все, теперь повернули на проспект Нагибина, и теперь едем прямо до торгового центра «Горизонт». Любимый «Горизонт». Да. Тут еще другие торговые центры, торговый центр «Виртуал Сити», да, там я работала как-то там тоже. Продавцом-консультантом. Было дело. А ты сказала, что мы тебе телефон пойдем смотреть? Нет, я пока не говорю. Ты же знаешь, что я боюсь сглазить. Поэтому я молчу. Вот когда купим, тогда я буду хвастаться. Вот такая я, да. А так, это у нас торговый центр Сити Галерея. А называется сейчас... Подожди, а раньше же это назывался Виртуал Сити, да? Мам, посмотри. Всегда, когда мы здесь ездим, Дэню всегда просит мою ручку, посмотри. Ну, говорит, дай ручку. И держит меня за ручку. А вот смотри, вот посмотри. Сейчас. Дай ручку. Да, вот сейчас мы держит меня за ручку. Сейчас мы проедем какое-то время, и он отпустит мою ручку, посмотри. Я не знаю, почему, я не знаю, что здесь за место, но это всегда. Что-то Денька, наверное, боится вот это большое здание, может быть. Короче, Виртуал Сити стал по-другому, да, называться, я так поняла. Да? Вот это здание по-другому раньше называлось. Но я редко по этой улице езжу, поэтому все меняется, а смотри, я не в курсе. Следи. Слушай, ну у меня на затылке нету глаз. Ну ты пока верни камеру туда. Ты же не за рулем. Смотри, сейчас вот мы проедем светофор, он отпустит руку. Привет. Мне неудобно так сидеть. Дай ушку. Дай ручку, вот говорит. Дай ручку. Так, это мы уже подъезжаем, да, уже? Где-то тут? Где-то тут. Ну вот, девочки, проспект у нас Нагибина, вот такой вот широкий проспект. Ну и там уже торговый центр «Горизонт» большой. Вы хотели посмотреть, как моя машина выглядит со стороны? А вы так-то тачку не видели, да? Вот так, ну, я как-то снимала ее, ну, кто не видел, вот можете посмотреть. Вот так. Куда пойдем? Смотрите, вот торговый центр «Горизонт». Ну, он такой большой, тут детский мир, вот там еще вход громадный. Красивые часики у тебя. Да.
Ну что, девочки, вот такой вот торговый центр «Горизонт». Я смотрю, какие-то магазины открыты, какие-то еще закрыты. Ну, я даже не знаю, по какому принципу они работают, почему какие-то закрыты. Где-то одежда закрыта, где-то одежда открыта. Ну, тут вот распродажа, что-то там доча зашла смотреть. Но я, честно говоря, не любитель вообще гулять по этим магазинам, если мне ничего не нужно. Ну, еще, может быть, и потому, что я устаю. Я много ходить не могу, я устаю. Я сейчас боюсь, что я сейчас нахожусь по всем магазинам, устану. И уже на магазин, где телефон присматривать, у меня уже не останется сил. Вот за что я переживаю. Ну что, мы идем дальше. Тут еще вот магазинчик такой вот большой открытый. Мы продолжаем движение прямо. Эко открыто. Давай. Вот. Так, ну они пошли в другой магазин. Я не знаю. Я туда не пойду. Мне туда не надо. Так, я вот хочу пройти посмотреть вот эту красоту такую. Вообще мне нравится тут в магазине цветочки такие. Тут вообще вот кафешный такой центр, ну как кольцо, да. И тут разные кафешки. Я вот не знаю, здесь еще, по-моему, была какая-то, какой-то фонтанчик был. На втором этаже, смотрите, там среди растений, как кафе такое. Ну, хоть оно и в помещении, но вроде такое ощущение, как будто на природе сидишь, да. Я тут не вижу фонтана, или его нету, может быть, он уже не работает. А где она выпала? Вон она выпала. Покажи, достань конфету. Конфету достань. Доставай. Еще раз попробуем. Но в один раз выпало три конфеты. Давай еще. Так это надо, чтобы ты, мамочка, тыкала пальчиком. Давай, мама тебе тыкала. Давай. Еще. А вот эту пока. Вообще мы два раза, по-моему, можем тыкнуть. Ух ты! Конфетки выходят, смотри. Ой, какие молодцы! Лови конфеты. Еще. У-ху. Доставай все конфеты. Дэн, там все наши конфеты. Доставай. Ой, давай. Еще, падают. Доставай оттуда все, Дэн. Мамочка, давай достань сама. Сейчас мама достанет. Так, давай руки. Раз, считаем, сколько конфет выпало. Касента. Два. Да. Три. Касента. Четыре. Пять конфет. Ничего себе, все достали? Покажи. Бабушке дай. Касента. Ой, сколько конфет. Бабушке дай 4 конфеты, себе одну выбери, потом тебе бабушка еще даст. Одну Ой. Возьми себе. Давай. Я тебе потом буду выдавать. А это? Так, возьми. Это мне. Давай еще. Дэнь, себе одну возьми, а бабушке все отдай. Одну себе возьми, остальные мне давай. Давай. Еще одну давай. Еще одну мне давай. Будешь кушать одну пока. Давай. Молодец. Определился. А это с другой стороны кафешки, как выглядит. Это мы сейчас... О, какая голова, череп. Прикольный. Смотрите. Стразы. Вот как этот магазин называется.
Красивая, да, черепушка? Мама зашла в сумочки посмотреть. Посмотреть в сумочки пошла. Так, тут и налево есть дорога, и прямо, и направо. Куда пойти? Налево, направо или прямо? Я не знаю. Сейчас мамочка нам скажет. Девочки, тут есть путеводитель горизонта. Вот интересно. Сейчас посмотрим, где есть магазины бытовой техники, куда нам идти. Ну, дочка, может, знает, я не совсем здесь ориентируюсь хорошо. Дыня, ты взял уже путеводитель? Сейчас посмотрим, давай. Сейчас идем в ДНС, зайдем. Посмотрим, что там. Посмотрим другие магазины, какие цены. Выберем то, что нам подходит. Такой огромный центр торговый, это вообще какой-то кошмар. Мы уже зашли, вышли через улицу, в ДНС сходили, через улицу прошли. И чтобы не идти по улице, там жарко стало, солнце вылезло. И мы уже зашли здесь попрохладнее. Вот мы сейчас хотим сходить в М-видео, посмотреть, что там за цены. И у нас там какие-то бонусы есть. Работают эти бонусы сейчас уже или нет еще. Не люблю я такие длинные торговые центры. Идешь. И пока дойдешь, уже все, ноги уже устают. Вот им видео. Дошли. Ну что, мамочули, вот тебе подарок. За все, что ты для меня сделала. Но это еще не все. Это еще будет подарок. И что это, может, озвучишь? Телефон, который хотел. Ура! Потом покажу вам дома, что мне доча подарила. Юху! Классный. Девочки, вот мы сейчас выезжаем на Театральную площадь. Смотрите, какая она у нас красивая. Солнце садится, отсвечивает на зданиях. Симпатично. А вот слева у нас Театр Горького. Это у нас Стелла, да? Да. О, красиво, когда освечивает солнышко на здании, да, при закате. Красиво. Мы уже едем домой. Уже начало 8-го, 8 час. Солнышко садится. Целый день лазили. Уже не первый день, да. Ну, ОСАГО сегодня тоже не сделали. Девочки, мы подъезжаем к площади Карла Маркса. Здесь у нас сейчас стоит памятник Карла Маркса, и он стоит уже давно. Но когда-то в давние времена, еще до Советского Союза, здесь стояла Екатерина II. Ну, а здесь у нас, мы сейчас не увидим, здесь, в общем-то, за этими палатками, там у нас Нахичеванский рынок. В общем, это у нас, как говорится, Нахичевань. Девочки, я вам сейчас покажу телефон. Девочки, телефону в подарок прилагался вот этот браслет. Но это браслет для фитнес-браслет. Но так как я фитнесом не занимаюсь, он мне не нужен. Я хочу встречный подарок сделать дочке, и я этот браслет хочу и подарить. Ты где? Подарки. Подарки? Да, вот этот браслетик, вот он мне будет не нужен, а тебе он будет нужен. Вот, ты мне подарок, я тебе подарок. Как хорошо! Подарки! Подарки! Да. Подарки, подарки! А у Дыни тоже подарок. Покажи часики, покажи. Вот, мама Дыни подарок что сделала, интересно. Такие часики красивые подарила. У всех подарки, да, Дынечка? Да. Хочу открыть, посмотреть. Давай. А что, мне? Я вечно, мне надо шаги, наверное, наматывать. Вот это, ну, давай, наматывай шаги. Спасибо. Девочки, ну вот он мой старый телефончик, да, Samsung. А вот он новый телефончик. Чехол прозрачный одели сюда. Сейчас мы еще пленочку туда. Не пленочку, а стекло еще взяли, наденем стекло. Ну, пока что мы сейчас с ним разбираемся. Нам нужно разобраться.
И потом уже я буду снимать, то я в магазине снимала, вот фикс-прайсы смотрели последние, на улице я снимала на телефон, на этот, а здесь поярче картинка, и буду снимать на этот еще, и посмотрим, как это будет в конце концов выглядеть, вы увидите. Я думаю, разница должна быть в картинке, в цветах. Девочки, ну мне доча подарила не только телефон. Мы еще пока там ходили по магазинам, мне вот такая приглянулась сумочка. Она вместительная, с такими ручками прикольными, современными. И доча мне купила вот эту сумочку. Я говорю, вот как раз нужна такая. Ну там фирма какая-то, Меркури, не знаю какая-то фирма, как она называется. Ну, короче, не важно, какая фирма. В общем, сумка, в принципе, простая, но она такая вместительная, прикольная. Девочки, еще вот такую вот кастрюлечку. Это для микроволновки. Но здесь объем такой 2,4, 2,5 почти. Но она с крышкой, как кастрюлька идет. Хотя можно как глубокую, как мелкую тарелку использовать. Но у меня есть некоторые рецепты для СВЧ, да, для микроволновки. И вот мне нужна была такая вот кастрюлька небольшая. И вот теперь будем готовить в микроволновке некоторые блюда. Посмотрим, что получится. Но это уже у меня дома. Итак, первый звонок от дочки маме. Сейчас ей позвонят. Посмотрим, какой там... Я, кстати, не устанавливала там ничего тебе, никакие. Ух ты, какая песня. Бери трубку, а то заблокируют. А как ее брать? Видишь, она не берется. Вот так. Алло. Что там такое? Что там такое? Что-то там щелкнуло, пикнуло, да, Дэнь? Так интересно. Девочки, в общем, короче говоря, я сейчас села за телефон, пытаюсь разобраться. Ну, во-первых, подзарядить его надо, потому что в магазине же продают не полную подзарядку. Но мне там еще ковыряться и ковыряться, в общем, буду осваивать. А сейчас мне нужно будет уже укладывать Денечку спать, я уже искупала, накормила его, дочку отпустила с подружкой там встретиться, пообщаться, вот, ну и пойду Денечку укладывать спать. Я думаю, что там я уже наснимала целую кучу, думаю, влог уже получился длинный, поэтому я хочу с вами сейчас попрощаться, а завтра я начну уже следующий свежий влог, и будут завтрашние события уже в новом влоге. Ну все, мои хорошие, кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Скажи так. На.